Максимальные значения индекса резюме в Прикамье за последнее время были зафиксированы в мае прошлого года – 5,5 на одну вакансию. Однако позже он начал снижаться. По итогам мая года этого уровень конкуренции за рабочие места опустился до 3 резюме на вакансию, что говорит о существенном дефиците кадров в регионе. Самыми дефицитными специалистами на данный момент являются представители профессиональной сферы «Автомобильный бизнес».